Рейнджеры, всем вассап, вы на канале ГАЗ. По названию ролика вы поняли, да, наконец-то это случилось. ГАЗ вам кали? ГАЗ вам кали, пацаны, и сейчас вы будете наблюдать бэкстейдж наших передвижений в Москве, как это все происходило, как Леху представляли. И давайте мы сегодня пообщаемся и расскажем, что у нас за планы, что вообще будет на канале. Рейнджеры, вы сейчас офигеете, но это братский влог. Мы сейчас собираем чемоданчик и вместе с братом отправляемся в Москву. Теперь он будет ее покорять. Ну, вместе со мной, конечно. Я уже почти покорил, вы понимаете. А приятного просмотра. Это мой отец и отец брата. Я думаю, интересно будет, на самом деле, зрителям. Скажи, как ты относишься к тому, что Леха выбрал сейчас медийный футбол и переходит в Амкал? Конечно, моя мечта была, это большой футбол, чтобы мой сын играл в премьер-лиге. Но так получилось, травмы, стечение обстоятельств. Сейчас он в третьей лиге. Я думаю, для него лучше начать карьеру, перезапуститься в Амкале, в блогерской команде. Она более раскрученная, но перспектив больше, чем. В третьей лиге все-таки зарплата не та, ребята, совсем не та. А кормить семью надо. Так что, надеюсь, все будет нормально. Удачи. Все будет нормально, точно. Отец всегда нас поддерживает. Да. В любых как начинаниях. Любой родитель. Поэтому, ребят, вы слышали, едем дальше. Не важно, сколько цифр сделаю я в этом городе. Мои люди далеко, держи рядом на проводе. Не слышу чужих голосов. Вперед! На поезд. Вот так заскакивали. Один раз мы с мамой чуть на поезд не опоздали. Мы были с большими сумками, сдали в камеру. А на следующий день у нас отправление было. Поезд. И мы опаздывали. Я маму уже затолкнул в последний вагон. Соответственно, сумки остались в камере хранения, но главное, она уехала. А потом пришлось отправлять их там тоже через проводников. Никогда не опаздывайте, выезжайте заранее всегда. Он хочет без меня уехать. Это что, Джимми Варди? Это газ гол. Чуваки, смотрим мой выпуск с братом Химок. И теперь у меня будет помощник, который точно мне будет помогать и все говорить. Если честно, я думаю, что этот ролик выйдет уже после. Вы же реально пушечку посмотрите, я думаю, вы оцените. Здесь уровень монтажа уже совсем другой. И сам ролик продакшн все намного лучше, чем Толян делал. Скоро новый уровень. Ну да, вот я хочу сказать. Как думаешь, сейчас у нас изменится все вообще по уровню? Какие планы? Толян, когда я прихожу в твою жизнь, все меняется в лучшую сторону. Но я первый пришел в твою жизнь. Ну, по факту, да. Ребята, покушали. Омлет по-итальянски. Оценочка 8 из 10. Мне понравилось. Повара обидел. Это единственный повар с мишленовской звездой, который в этом Сапсане есть. А ты? Я кухарка. Чувствую запах успеха. Да. Ты знаешь, что мы снимаем? Что вы снимаете? Я придумал братский блог. Арсенал реалити. Меня, если что, взяли в заложники. Я только, в принципе, не понимаю, где я. Брат, смотри, ты, походу, что было дальше, выпал, нет? Да. А где Леша? Леша Щербаков где? Есть одна тема, на которой мы с ним сойдемся. Имя? Что, футбол? Короче, чуваки заселились в отель. Брат, что скажешь по отелю? Бабушкой пахнет старый, а так все в порядке. Который еще курит, да? Проговорили моменты все с Герой. Брат, как тебе вообще разговор? Что сейчас у нас по планам? Я считаю, что планы грандиозные. Вы следите обязательно. Для вас это наш первый день в Москве, когда мы только приехали. Сейчас вы увидите, как все это будет происходить. Точнее, вы уже будете это видеть, наблюдать. Влог, конечно, выйдет чуть позже. И вы будете восхищаться, потому что три головы хорошо, мы все обмозговали. А сейчас надо чуть покушать. Итальянчик уже подсушился. Покажи свой прессик. Джуги, но где свет? Не, это слабо. Он тоже что-то есть. Брат, рассказывай, что у нас тут есть? ЖК. Жидкокристаллический телевизор. А то вы думаете, мы в ЖК живем. Где-то дюймов 20. PlayStation я взял, будем играть сегодня. Шучу, не взял. Вот вид из окна. Горы. Пальма. Атмосферный запах, бабушки старый. Такой вот туалет. Я просто знаю, что вам нравятся обзоры, напишите. Либо это вообще вырезать в следующий раз. Мы просто будем по разным отелям ездить. Поэтому... Не, ну честно, ванна с туалетом реально в порядке. То есть красивая плитка. Здесь пахнет лучше, чем в комнате. Mm-hmm. Поэтому все удобства есть. Все, чуваки, пришли в заведение поесть. Братик, что взял? Я взял Америка Чиз и салат Цезарь. Бургер Америка Чиз. Сейчас будем пробовать и скажем свое мнение. Ты французский взял, кстати. Да, я вот эту Францию взял. И посмотрим, что за заведение. Брат, а что думаешь по матчам, ты там говоришь? Мне кажется, сегодня Атлетика с Манчестером обе забьют. Да, проверим. Даже мне кажется, что Атлетика забьет
два гола и более, может. Два точно забьет. Мне очень так кажется. И гол Криштиану Роналду. Чуваки, если вы из букмекерской конторы, пишите мне. Еще, да? Да. Сейчас бы интеграция вообще залетела с кайфом, но пока ничего нет, поэтому ждем. Короче, гол Криштиану, его забьют, ну, Манчестер Атлетико. Я думаю, да, я думаю, что Атлетико забьет два. Типа, если писали, ну, какой-нибудь типа 3-1, 2-1 в пользу Атлетико, но гол Криштиану. Ну, давай чисто с тобой забьемся, ничего не будем ставить, с тобой забьемся. Давай. Я тоже на гол Криштиану. Я думаю, 2-1 Манчестер Юнайтед. А я возьму тогда 2-1 Атлетико. Ну, это Фидос лысину поцелуешь, когда зайдешь. Готов? А, прям при первый раз? Типа, здороваешься, целуешь лысину, ну, потом ты можешь объяснить, типа, бля, проиграл, брат, извини, типа, это, ну, просто вот так здороваешься, нет, вот, да? Вот так, бля, не в лысину его. Нет, ты имеешь в виду, прям, давай просто вот за время, как я пришел, в первый день я должен, ну, как хочу, но должен поцеловать. Нет, он может затащить, и ты, типа, нет, его можешь поцеловать. Да, ну, да, типа, но он же, типа, не знает. Это не так жестко. Прикол, ты просто с ним здороваешься, просто в лысину сразу целуешь. Нет, нормально, как Бортеза, помнишь, целовали в лысину на пенальти? Ты что, Бортеза не знаешь, вратаря? Мысли. Реально не знаешь? Бля, пацаны, напишите же в комментах, как мне взять Бортес легенду. Ну чё? Ребят, я предлагаю нам такую идею с Толяном, что каждый какой-нибудь супер матч в Лиге Чемпионов ответственный, мы с ним ставим точный счет против, ну, каких-нибудь команд или там ничья, может, он захотел или я, на какое-нибудь такое легенькое желание, как поцеловать лысину Фидоса, например. И знаем об этом только мы. И типа, и вы, получается, вы кто будет смотреть, да, блог. Вы узнаете, типа, это позже. Да, и да, то есть. Да. Ну короче, ты согласен именно на здоровье? Или ты хочешь просто лысину? Просто типа целовать в течение первого дня твоего, ну, вокаля. Да, да, да. Ну как? Поцеловать его лысину. Но это должно быть зафиксировано на камеру. Да, например. Да, я даже, да, никогда там не ушел. Просто поцеловать лысину. Да. Ну я просто, я чуваки, понимаю, как это можно сделать. Словом, Фидос сделал сейф, и Леха подбегает, целует его лысину. Ну, типа, я сразу понимаю. Не, ну я честно постараюсь не вот так вот, а как-то максимально круто это сделать. Либо. Просто как он любит, например, к душе подойти, его лысину поцеловать и выйти, молча просто. Ну, типа, а как это заснимет? Ну да, да, ну видишь. Ну короче, но все равно в течение влога я постараюсь его вывести на то, даже если матч не сыграет, чтобы он поцеловал лысину Фидоса. Короче, давайте, 2-1 счет, и тогда целуешь лысину. Похоже, кстати, очень 2-1, а я ставлю 2-1 Атлетик. А тем временем пришел уже наш салатик, будем сейчас пробовать. Надеюсь, что все добро. Еще бургеры подспели. Кто нас смотрит и кушает, приятного аппетита. Да. Очень добротно. Добротно? Но, честно, весь день не кушал, поэтому объективно не могу сказать, но насыщаюсь, очень приятно, очень вкусно. Юлицо называется. Йоу, рейнджеры, короче, приехали на локацию, сейчас будет бэкстейдж, представление моего брата вам Кау. Короче, смотрите просто, что это локация. Чуть не упал. И этого человека тоже скоро увидите. Брат, что скажешь по локации? Брат, супер, видишь, организация на высшем уровне. Чуваки, что думаете, похожи мы вообще внешне или нет? Это наша заготовочка. Чуть медленнее входи. И сегодня, ребята, мы расскажем вам о наших совместных планах. Полностью канал будет изменен. Ну как, газы остаются? Нет, газ остается. Газ. Поэтому смотрите и меня на этом канале, как и у меня, так и у Толи. И у нас будут совместные интересные проекты. Так что просто следите. Я добавился к брату. Брат сделал все, чтобы был газ в Амкале, как и обещал вам. Но его путь тоже не закончен. Поэтому дальше больше. Да, братик. Я очень рад, на самом деле, что получилась вот такая вот история. Брат приходит в медийный футбол. Я думаю, для нас это будет новый виток, как и для вас. Канал теперь будет совместный. Сразу мы это вам говорим в открытую. И сейчас мы поговорим о наших планах, расскажем вообще, что вас будет ждать. Давайте начнем. Совместные проекты. Ребят, вы все знаете то, что я профессиональный футболист и со многими играл на большом уровне, действующими футболистами. Поэтому двери в большой футбол нам приоткрыты. Думаю, что к своим знакомым, друзьям я смогу прийти.
и вы сможете наблюдать классный контент профессионального футбола. Да, чуваки, для меня это тоже очень крутая история, потому что сейчас я думаю, что мы для вас можем делать еще интереснее, еще качественнее, еще круче и вообще пообщаться с такими героями, которых вы еще даже не видели. Да, возможно, да. Кефирчику, кстати, залетим, нет? Это уже, если мы заспойлерим, это будет 100%, но подожди, расскажи про мою мечту, да, которую только ты знаешь, многие, наверное, не знают этой стороны, да, моей. Да. Честно, последние, наверное, 2-3 месяца мы прям плотно общались с братом и постоянно разговаривали о медийном футболе и так далее. Я ему объяснял, он мне что-то подсказывал, спрашивал. Это решение принималось не так, что нелегко. И плюс, ты давно следишь вообще за конечно, футболом. То есть за всем комьюнити я всегда слежу, там, на протяжении уже, там, я думаю, 5 лет это точно. Поэтому, да, поэтому он в теме. Он такой тем мощный. Тем более, я, на самом деле, вот кто алды помнит, если честно, я один из алдов. Когда я был у Гефира, это было, наверное, лет 7 назад, 6, поэтому ты я один из, да, из родоначальников, просто я взял творческую паузу, если можно так сказать. Да. Ушел в большой футбол профессиональный. Но видите, как жизнь такая штука, что ты никогда не можешь предсказать, как ты будешь чем развиваться. Короче, о чем речь? С самого детства я видел, как брат играет в компьютер, ему всегда это нравилось, особенно это шутеры. Да, шутеры же называются? Конечно, шутеры. И ты должен сказать то, что у меня это неплохо получалось. Потому что если я буду плохо играть, вы будете мне писать, ну, брак, и не будете меня смотреть. Да, и ну даже вот когда профессиональная карьера была, в CS точно постоянно играл. Еще параллельно были PUBG, там, Point Blank. К чему речь, брат? Ребят, у нас будет новое ответвление. Да, помимо YouTube, наших всех соцсетей, у нас будет Twitch-канал. В основном, конечно, буду вести его я, но Толян будет всегда залетать, если вы будете сильно просить. Проверим его, я буду его обучать. Потому что Толян пока, по моему скромному суждению, у него есть большой потенциал, но надо чуть потренироваться. Конечно. И если вам интересно, обязательно залетайте по ссылке в описании, там будет наш Twitch канал. И спойлер один я, да? Давай, конечно. На первом стриме, скорее всего, придет Герман, и мы не будем играть в игры, а поотвечаем на ваши самые интересные вопросы, пообщаемся и классно проведем время. А может, и будем играть в игры, кто знает. Ребят, ну, по Твичу мы решили, и, наверное, у вас созрели вопрос, и у меня, и я задам от своего лица. Брат, ну скажи, что с тобой? Что там с ПК Арс? Может быть, чуть-чуть расскажи, чтобы ребята понимали, в принципе, как ты будешь двигаться. Да, ребята, очень много слухов ходило, да, и до этого видоса, то, что я, возможно, тоже игрок Амкала, и вы, наверное, тоже хотели этого. Но в итоге, после долгих переговоров, рассуждений и так далее, я принял решение, что сейчас я буду двигаться с командой ФК Арс, я буду их амбассадором, и не просто игроком, а человеком, перед которым поставлены определенные цели, я буду им помогать попасть на МКС. Это не значит, что вы меня будете видеть только там, нет, я буду появляться по возможности и на других каналах, и в других командах, но основная моя деятельность и тренироваться, то есть двигаться полностью я буду толкать ФК Арс. То есть это новая медийная звездочка, надеюсь, которая появится. Ссылка на них будет в описании, там вы все увидите. Там тоже будет и твоя презентация, и у них в Инстаграме также, да? Да. Леха тоже знает уже за эту команду, я в принципе рассказываю о ней, и все зависит от нас, все зависит от ФК Арса, как мы себя проявим, так и получится. Но там вы можете следить за нами. Но, конечно, основная деятельность будет на этом канале, я буду давать ему GoPro-шки, мы будем, короче, стараться. Ребят, сделать очень классный контент. Помимо нашего совместного контента, например, каждый выезд с Амкалом, каждая игра, я постараюсь все это освещать, и это будет на нашем канале, как и бэкстейдж. Вот. Поэтому просто следите, мы постараемся сделать пушку. Вы будете смотреть и видеть маленькие нюансы, как мы будем развиваться. Видите, сейчас у нас такая студия без света, без всего, но я думаю, что каждая маленькая мелочь будет вами замечена, потому что мы стремимся только наверх, правильно? Правильно, братья. Ну и вот на примере этого видео, это пилотный выпуск, мы первый раз в кадре вообще. Напишите обязательно комментарий, как мы. И бэкстейдж вы видели, братский влог, я так хочу назвать, чтобы у нас да, были... Да, братский влог — это нормальная лайф-тема. Если вам будет заходить, пожалуйста. Я отдельно хотел попросить каждого из вас, поддержите меня. У меня сейчас было самое трудное решение в жизни — приостановить свою футбольную карьеру. Поверьте, когда вы занимаетесь и живете одним делом всю жизнь, это правда очень тяжело. Поэтому я рассчитываю на вашу поддержку на первом этапе. От себя пообещаю делать классный, качественный контент и радовать вас. Чуваки, подписывайтесь, вас ждет куча контента. Я, короче, хочу братский влог, чтобы это лайфстайлом выкладывалось. Все соцсети будут в описании, туда переходите, потому что там очень много всего того, что нет тут. Let's get it. Си!